Альбом записан качественно, музыка очень хорошая. Женька молодец. Правда? Ну, посмотрим, какие будут результаты. Я люблю, когда из ничего рождаются шедевры, рождается настоящее искусство. Дай Бог, чтобы все получилось и всем понравилось. Спорят, этим держится судьба кораблей. Облако над морем состоит из девяти нулей. Лей, лей на меня теплую августа лень. Белую пеную птицы смотрят с высоты. Южной широты. Видишь в глубине яркие цветы. Море знает, у него есть ты. Ну, это первый клип группы «Оптимистика». И к нему все очень серьезно относятся. То есть все раскадровано, каждый кадр уже нарисован на бумаге, то есть по школе, как вот, видимо, положено, как обучают во ВГИКах. Это кино. И изнутри кино, оно не всегда веселое. Но бывают некоторые моменты, которые как бы запоминаются, что-то там происходит. Тихо. Камера. Есть камера. Музыка. Грозди слез на пальцах измен. По другой стороне серенады, истекая клочьями пен. Стены плачут огнем от лампады. Справа очень много пустого места. Работаем в камеру и смотрим в камеру. Давайте еще одну репетицию сделаем. Камера. Есть. Начали. Очень доволен работой с музыкантами. Музыканты были молодцы, просто молодцы. Женя Федоров, мне кажется, он просто скрывает свой талант актерский. С ним поработать, он отличный актер. Тут моя задача, чтобы ему просто было не скучно. Он сказал, что когда мы будем смотреть клип, будем смеяться друг над другом. Да, я очень люблю друзей в клипе сниматься. Было пару секунд, где нужен был лысый череп. Здесь я предоставил его в распоряжение съемочной группы. В этой жизни за одеялом идут дожди и снега, навалом ветры крутят и крутят слалом. В этой жизни за одеялом на пять минут отложат, может быть, встречу холода с теплой кожей. Звонок по длинным проводам. Длинным проводам, что к тебе ведут, я голос свой отдам на эти 10 минут. Просто ни о чем, просто ты не тут, я войду в твой дом на эти 10 минут, эти 10 минут. Есть! Начали! Бросаем. Выдохни! Да уже выдохнул. Чуть-чуть позже. Дим, ты попробуй без движения вперед. Давайте сразу дубль.
без календаря. И утром мутная заря, и теплый суверечный Все покажет, так сказать, уже монтаж, как все это будет склеено, сделано. Я думаю, что все будет хорошо, потому что, ну, как бы, элементы такого, забавные элементы были во время съемок, то есть, ну, прикольно. Это фильм, конечно, потому что там есть сюжет достаточно, по-моему, забавный и смешной. Я думаю, что это будет интересно смотреть. Сыграть 17 персонажей, это все равно кое-что дозначит, правильно? Хотя я читал сценарий, но мне было невдомек, что все эти роли придется исполнять мне. Я очень рассчитываю, что люди, которые имеют вкус, они как бы не могут снять какие-то безвкусные вещи.